Васильевич, вас приветствую. Итак, расскажите, как реагируют заключенные на такие, так скажем, новые спортивные правила в сезон? Здравствуйте. Мы несколько раз посещали Александра в следственном изоляторе. Ну, впечатление о нем очень хорошее. Сам по себе добрейший человек. Ну, вот такая беда, алкоголь. Некоторым вообще противопоказано его употреблять. Видимо, он относится к такой категории. Но в личном общении мне он очень понравился. Такой трогательный, мягкий очень человек, добрый мне показалось. И то, что вот в камере он такие правила придумал. Хотя у нас в следственных изоляторах по желанию осужденных можно выбрать камеру для некурящих, допустим. И отбывать наказание, где-то курит, где-то не курит. Это у нас узаконено, и это правильно, я считаю. Если в камере, там, где он находится, а там, по-моему, у него 3-4 человека, кроме него, всего-навсего, и несколько посещений, которые мы делали, мы попадали в тот момент, когда вся камера была в спортзале. Он тренируется, тренируются и все остальные в этом спортзале. Ну, я считаю, что это очень неплохо, если такие правила придуманы Александром в камере, и штраф за искуренную сигарету 20 отжиманий, это пойдет только на пользу и тем, кто отжимается, и, допустим, наверное, для соблюдения режима, все-таки спорт, это есть спорт, он мобилизует человека, и им легче сидеть будет. Вот Александр Емельяненко, все мы знаем, действительно выдающийся боец, действительно приключилась такая беда. Вот вы сказали, что он тренируется, он говорил о своих дальнейших планах спортивной карьеры? Он говорил, он переживает, что рушится карьера, конечно, из-за этого. Но он держит форму, я думаю, что это не уйдет от него. Я, конечно, хотел бы, чтобы... Он очень переживает за то, что сделал. И я считаю, что, конечно, есть суд, который должен вынести справедливое решение. Но я бы просил, конечно, быть к нему снисходительным. Мы теряем просто великого спортсмена и бойца, который за нашу страну Россию много раз вставал грудью и приносил нам победы. Ну, о дальнейших перспективах вот этого судебного дела есть что-то? Остается время у самого Емельяненко изучать материалы? Время, каждому осужденному дается время на изучение материалов дела, он будет знакомиться с делом. Все в рамках процессуальной нормы, все там соблюдено. Да, Михаил, вам спасибо. Михаил Сенкевич рассказал о том, как Александр Емельяненко установил в СИЗО новый спортивный режим.